Я очень благодарна возможности участвовать на тренинге вместе с Надей Андреевой. И очень благодарю Елизавету Бабанову, что я познакомилась с этим человеком пару месяцев назад. Прошла детокс-программу, после которой я была счастлива попасть на этот семинар. Мои основные моменты, вопросы, которые я хотела решить, как избавиться от сахара и понять вообще для себя, насколько он делает мою жизнь менее радостной. И как раз на этом семинаре я узнала, что где мои основные моменты, что, на которых я проваливаюсь, почему я не могу двигаться дальше, почему мне до сих пор хочется взять кусочек торта, а не яблоко. И я узнала, что отсутствие поддерживающих факторов сыграло основную роль. Также мы получили большое вдохновление, группу поддержки на этом семинаре. Поэтому я хочу всем сказать, что, девушки, приходите на этот семинар, вы получите массу знаний теоретических, большую группу поддержки, ответы на ваши вопросы и придете к лучшей версии себя, проделав медитации с едой. Надь, большое спасибо. Буду практиковать дальше практики осознанного питания. Спасибо.